Я так развлекаюсь. Мои сапоги. Мюллер. Я видел, как он умер. Я раньше не знал, как умирают. Я вышел из лазарета и почувствовал, как хорошо быть живым. И я пошел очень быстро. Я начал размышлять о странных вещах, как будто я посреди поля, обо всем таком. Ну, понимаешь, о девушках. Мне казалось, что от почвы исходит какое-то электричество. И оно пронзает мое тело. И я пошел. Потом побежал. Я обгонял солдат, слышал, как они кричат мне вслед. Я бежал, бежал. Лежал так, словно мне не хватает воздуха. А сейчас я голоден. Теперь мне война нипочем. В таких сапогах идти на фронт одно удовольствие.